историю событий 79 года, и при этом описали бойцы каскада, первый даже не каскад, факел «Зенит», после того, как взяли Кабул, сидя во дворце Амина, в подвале. Это рассказывали те, кто был у меня командиром, я пришел в 81-м, они 79-го там пребывали. И сочиняли песни «От нечего делать», охраняли они там как раз Бобрака. И песни сочиняли были, вот. И свое видение того безобразия, которое происходило. И вот такая песня, ну, общеизвестный мотив. Жил да был, жил в Кабуле дураки. Мало ли живет на свете дураков. Окружали дураки, сплошь одни лишь дураки. Но, впрочем, песни не о них, а про советников. И был у дураки любимый ученик. В марксизме он не смыслил ничего. Но наши дураки, совместно с дураки, решили сделать ставку на него. Все могут дураки, и судьбы всей страны вершат они порой. А если нет ума, советников же тьма, ведь их сюда прислали за ум большой. Я велик, вождь повсюду заявлял, но Амин пришиб его без лишних слов. Ой, какой же был скандал, ну какой же был скандал. А впрочем, песни не о том, а про советников. Реформы начались, и слезы пролились, и все осталось, как при дураке. Пусть факты налицо, у новых подлецов, в советниках все те же дураки. Все могут дураки, все могут дураки, и судьбы всей страны вершат они порой. А если нет ума, советников же тьма, ведь их сюда прислали за ум большой. А вот песня-то, все в истории представляется. Я смотрю на...